Средство какое-то для пищеварения. Говорят, очень вкусное. Надо попробовать. Потом чипсы в форме ракушек. Думаю, наверное, вкусные. Ну, везде перец. Угу. Вот это жвачка. Бубльгу. Открывается так интересно. Вот они, пластинки. О, аромат, аромат. Апельсина аромат. Дальше. Кока-кола. Вот она, кока-кола. Дальше, что мы видим? Багет мы можем здесь купить. Багет. Вон он там торчит. Дальше, сегодня что еще купили? Я купила грецкие орехи. И кто бы мог подумать? Тыквенные семечки. Килограмм тыквенных семечек 1000 рублей. Ну, думаю, они должны быть вкусными.